Так, ребята, я вас всех приветствую ко мне на моего канал Konami TV, Детрак ТВ. Так, ребята, у нас с вами сегодня 8 сентября 2024 году, воскресенье. И у нас сегодня, как обычно, как всегда, небольшой обзор. Обзор на платный мод от компании Magnum. Renault Magnum E5. E5 предоставлено вчера, предоставили от Константин Николаев. Данный мод является приватной версией. Те, кто проживает в Россию, то будет стоить там 1500 рублей, там с плюс-минус. Те, кто проживает Европа, то будет стоить там 15 евро. Вот. Ребята, при досмотрении моего обзора я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк, а для тех, кто не подписался, советуем и рекомендуем подписаться на моего канал Konami TV, Детрак TV, также на Ru TV, Детрак TV. Ссылка на все под видео будет в описании. Ладно, ребята, версия игры у нас 1.55.2 Steam лицензия с дополнением DLS, DLC, да, 5.2. Так, ребята, тут как обычно ничего делать не будем. Попадем услуга и покупка тягача у дилера бренда модификация. Как видите, как мы видим, перед нами Renault Magnum 518 Excellency. Excellency. Что ж, изменяем конфигурацию. Ребята, что хотел отметить, вот если кто помнит, вчера на стриме мы катались. Тягач класс, тягач супер. Как бы, ну, не знаю, ребята, это для тех, кто фанат. Вот, например, я фанат на более различные европейские тягачи, типа вот как Renault, Volvo, Scania и Iveco. Ну, что могу сказать? Тягач класс, тягач супер. Если по шапочку вокруг него ходить, тягач прям сделано как сделано ручную работу. Вот. Сделано как 3D модель, выглядит как 4К, также исправлено все, видите, все это дело исправлено, там освещение, имеется свое качество, текстура 4К, 3D модель, вот диски своя, колеса от компании Гудайр. Вот. Ну что могу сказать? Такая тягач, такой аппарат. Что ж, ребята, давайте посмотрим, а данная наша техника, на что он способен и что нам сегодня он докажет. Так, имеем тут от автора Константин Николаев. Есть эксцеленция проверочная. Custom это значит, что проверено. Если выберем, вот он. Видите, как все это дело становится. Так, шасси, тут есть одна вариант, там 4 на 2, 41-20, движок 5000, а нет, то есть какой 5000, там 500 DXi, евро 5, как бы, если снова вернем в тапочку, вокруг него, вот она, видите, евро 5, евро 5, значит, вот тут тоже самая такая же история, евро 5, 500 DXI, DXI, типа того. Ладно, вернемся назад. Так, это у нас АКПП. Так, есть updrive от 24-12D с ретардера. Также updrive 2.85, 3.08, ZF, ZF 16 ступенчатых передач с ретардера, ZS 16 ступенчатых передача, TDI, также ZF 16 ступенчатых передача, также ZF 16 ступенчатых передача, 16 ступенчатых передача, 2.85, 3.08, короче, 2.64 как бы с ретардера, 12 с ретардера, updrive, да, updrive, то есть. И есть updrive 16, ну, то есть 12 с ретардером. Давайте все такое же оставляем. Updrive.
Ну, не знаю, по ценам я вижу, что разница есть. Давайте тогда, если есть разница, давайте тогда берем OptiDrive от АТО 2612. Да, давайте вот это. Так, интерьер, да, как бы интерьер зависит от кабина. Кузов, видите? Видите, да? Видите, как все это дело остановится. Написано Magnum. Это все идет как бы ручной работа, ручное дело. Сам Константин Николаев, он как бы все сделал как бы и с нуля, то есть. То есть это не от кого-то украдено. Он сам как бы все сделал из нуля, как бы. Вот. Имеется своя баранка, имеется своя это, как его там, своя материала там. И тут то же самое, также видите. И тут то же самое, также зеркала. Вот. Ну, не знаю, я вот вчера на стриме катался. Вот это, видите, фронтальная камера, это зависимость от вот это боковое зеркало. Вот как включишь боковое зеркало, тогда он начинает срабатывать. Как вы исключаете, и он перестанет срабатывать. Ну, как бы особо не переключайтесь, там дальше будет интересно. Так, по световой гамма. Тут, ой, тут куча, очень куча, куча, куча. Давайте. Есть пользовательский цвет плюс металлик. Берем зеленое с белой. Красное с белой. Также зеленое с белой. Есть одновариант пользовательский цвет. Есть металлическая грей, серая металлическая, синяя металлическая, черная металлическая, красная металлическая, синяя металлическая, океановский вариант. Есть черная, также идет с добавлением переновать краску, изменить краску. Также тут опять 25 такая же история. Короче, пока же я не буду, как бы, ну, короче, есть пост такой в арке, ну, короче, я с английским плохо разбираюсь. Есть тут два варианта, есть там LL, как бы черная, и есть металлическая, есть такая, Logmire, есть Limpness, есть Кипфер, да, то есть кефир, проще кефир. Есть такая вариация, есть Глен Гиббард, есть А плюс Г, как бы транспорт. Есть вот такой вариация, есть вот такая вариант, есть вот такой же есть вот такой же вариант, есть вот такая же. Ренault Magnum красный. Экселенция, это вот это есть экселенция. Есть такой вариант. Константин. Константин группа. Есть такая вариация. Есть такая ДВЛ. Есть ДВЛ. Также можно окрасить его зеленый с белый. Красный с белый. Также зеленый с белый. Есть такая мотопарк. Есть такая Magnum 50 DXi, также Magnum. Да, как бы все неплохо сделано. Есть Wildebeest такой, есть и такая. Вот это скин знакомая, она тоже на каком-то тягача я увидел. По-моему, на Volvo увидел, типа того, Volvo. Вот, есть и такая вариация. Есть и такая вариация. Есть Translice. Translate. Есть такой HD, как бы это еще не все, ребята. Также хотел отметить, что в комплекте идет те, кто начинает поддерживать автора, то автор вам предоставить как бы подарка прицеп. Там есть там два варианта тонара, там, по-моему, ну там посмотрим. Короче, есть и такой вариация Стаутен, Фаураги, то есть. Есть Mail Trans сообщение, типа есть Sia Trans. Sia Trans это красная транс, это значит красный транс, да. Есть такой вариация, видите, прикольно все смотрится. Есть такая, одна вариант, также красится,
Этот типа Advisor 66 регион, это типа как американский вариант. Yes, такой, также Magnum. Ой, тут несколько вариантов, ну я не буду тыкать перед вами, не буду. Есть вот такой вариация, видите? Есть вот такая. Есть вот такой. Есть вот такая. Также она все это дело красится. Есть Red Bull. Да, синяя. Красная. Это значит Red Bull, это значит красный бык. Вот. Есть Magnum. Синяя с желтой, как бы. Есть on-time. On-time. After-time. Есть от сам автор Константин Николаев, Ренаут. Ну и естественно. Есть вот такая. Есть вот такая. Гарбер. Есть вот такая. ФГС. Фиге Сагри. Как бы, да, как-то немножко сложно читать. Есть вот такая, типа как гора. Есть Дартом. Дартом. Есть вот такой вариация. Ну, если так взять, сам тягач как бы французская тягач, особо как бы Франция собирает, поэтому видите тут скины от Франции. Вот. Есть Карбьерер, а Кабриерер. Вот. Кабрера. Кабрера, то есть, прошу прощения. Есть автологистик. Вот. Автологистик. Вообще-то смотрится так себе, как бы синий, но если было цвет зеленый еще было лучше. Ну ладно, не суть. Есть вот такой вариация. Видите? Давайте все такое же. Давайте вот это оставляем. Пусть будет там желтый с зеленым. Я думаю, нормально будет. Как бы, ну или не. Ну там дальше уже сами посмотрите, как что чего. Есть такой зеленый с белой. Также с названием белой и зеленой. Давайте вот это оставляем. Так, тюнинг. Тюнинг так себе, можно разобраться, что к чему, поехали. Так, начнем снизу, из передняя брызговик с названием Magna, как бы номера тут всякие различные номера, есть для дефолт прописано, есть несколько вариантов, турецкая вариант, пожалуйста, есть шведская, есть русская там 150 регион. Есть 39-й регион, есть питерская 98-й, есть московская номера, есть вот такая, как бы там Румыния, то есть дефолт, есть восстановление Польши ребилд, есть Португалия, есть Нидерландия, также Норвегия, Латвия, Литва, есть венгерская, есть финская, есть французская, сам Франция, есть такой Испания, Германия, Чешская Республика, есть Беларусь. Давайте оставляем Францию. Почему Франция? Потому что сам тягач собирает, если так по реальному времени, то сам собирает, Франция собирает. Поэтому пусть будет французская. Тут у нас либо металлическая, либо краска, пусть будет металлическая. Икон там. Икон. Ну, не икон этот. Вокруг него. А краска и серая. Также тут есть закрытый тир. Либо оставить, либо убрать. Это ваше желание. Так, ну это попозже. Так, это понятно. Так, тут имеем текст. Это для тех, кто на фотошопе. Можете сюда свой название. Или там, я не знаю, тут. И тут, ну не знаю, почему-то тут начал розовая текстура. Есть такая вариант, есть вот такой вариант. Так, ладно, это дело мы убираем. Так, тут имеем либо окраска с металла, с металлической или там алюминиевой, я не знаю. Есть вот такой пластиковый. Вот. Также тут, видите, не помогает. Да, тут Hello. Hello, ладно, убираем. Давайте сначала с этого разберем. Давай, пусть будет там пластиковый. Вроде бы. А, нет.
А если убрать? Ну давайте, пусть так, как есть. Так, тут имеем два варианта Hello. Есть вот такая вариант. И... А, видите, начинается заругаться, типа. Ну, давайте, я не знаю. Ну, пусть будет тогда вот это кесла. Келса, то есть, прошу прощения, Келса. Так, тут имеем преобрисованные маячки. Не знаю, почему-то, видите, начинается заругаться. Во. Ну, я его, естественно, что использовать не буду. Это для тех, кто... опасный груз начнется возить, типа там на бочке там борная кислота, или там удобрение, или там нефтяная продукта и так далее подобное. Так, давайте тогда вернем вот эту историю. Келса. Так, тут имеем аэродинамическое кондиционер, цвет салона. И есть воздушный сигнал. А, типа пневмовоздушный сигнал, то есть, прошу прощения. Так, что тут имеем? Имеем тут от компании English Motors, пожалуйста. English Motors. Так, тут имеем окрасочное крыло. Есть такая вариация, есть такой. Давайте оставляем вот это. Это типа предназначено для лофт-дек шасси. Вот это и есть оно. То есть и предназначено для низкого прицепа. Вот типа как Кюгел, там Когел или остальное другое. И там, по-моему, на DLC Крон тоже есть, по-моему. Так, по поводу шина. Смотрите, ребята, тут у меня всякие, ну не всякие, у меня там есть еще там шина от Рудакофа. Вот. Ну, тут есть Реношка, я могу даже, смотрите, я могу, как бы, могу перейти. Там, по-моему, если я его не убрал, вот она, видите, от Рудаков. Да, он как бы платный. Вот, также он совмещает на любой, будь там дефолт, будь там мод, без разницы. Так, ладно, давайте. Короче, ну тут краска, я пока же тыкать не буду перед вами. Так, шин тут у нас, да, видите, от Рудаков, Джон Руда. Так, значит, смотрим, имеем такую вариацию. Пусть будет от Рудаков, также пусть будет от Рудаков. Вот. И тут тоже самая такая же история. Renault. Если у кого есть там от Рудаков, те, кто приобрел от Рудаков, от Джон Руда там тягача, это особо как бы идет от Рудаков, от этого тягача как бы. Ладно, ребята, да, тут вот Рудаков, Джон Руда. Так, смотрим. Понятно, хром. Пусть будет там хром. Прикольно все смотрится. И пусть будет там хром. Да, начал смотреться неплохо. Тут также есть и название Magnum. То есть, либо оставить, либо убрать. Давайте, все такое же мы его оставляем. Пусть будет. Все, ребята, в принципе, все как бы. Ну, а тут уже это по-вашему либо оставить, либо исключать. Вот. Все зависит от вашего усмотрения. Так, тут имеем боковое зеркало. Есть пластиковый плюс антенна, видите, да? Ну, тут не знаю, почему тут нету, но не суть, и нормально. Так, ну это понятно. Все, ребята, вроде бы снаружи, с внешним все. Теперь попадем в интерьер. Ну, давайте, ребята, просто давайте вернем вот этот интерьер. Пусть будет вот это. Так, имеем тут одна баранка. Да, одна баранка. Да, естественно, что без никакой добавления. Пусть как есть, так и будет. Так, имеем тут всякие различные национальные флажки. Есть Швеция, Финляндия, есть Финляндия. О, сейчас, ребята. Да, как бы шведская.
Так, все нормально. Есть русская, финская, есть шведская, есть Норвегия, Нидерландия, Финляндия, как бы Данмарк, есть Нидерландия, есть такой. Давайте, пусть бы там будет. Да, пусть будет. А вообще-то, хотя, не знаю, почему-то тут мы не видим Франция. Ну ладно, не суть, нормально. Пусть что есть, того есть. Так, тут у нас фронтальное зеркало. Это вот это. Видите, она как бы не исключается при любом образом, при любом приоритете. Тут имеем два флажки. Ну, два варианта национальной флажки. Но не знаю, почему-то, хотя мог автор его не сюда повесить, а вот сюда. И то было лучше. А так, видите, ну, да, правда, для тех, кто собирается использовать вот это фронтальное зеркало, то тогда его просто, вот эту, тогда просто его как бы исключите. Вот. И уже с легким движением вы при любом образом, при любом варианте вы можете все это дело использовать. А те, кто не хочет его использовать, можете с таким образом его просто закрыть. Видите? Вот. И все. И у вас она нету как бы. То есть есть, но не, то есть не отображает как бы. Вот. Также все это дело мы убираем. Все. Потому что я люблю его использовать. Пусть будет как бы. Так, тут понятно. Ну, это поняли как бы. Это вот это есть. Козырька. Так, имеем тут, конечно, от сисел. Поддерживает некоторые места, некоторые моменты поддерживает, совмещает Cecil Мегапак. Yes, это от автора идет, это уже от Cecil, 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 да, Cecil, все Cecil. И тут есть авторская икона Никола Трак, Никола Труск. Также есть такое Сканевска. Он тоже какой-то разработчик, вот это я не знаю там. Михайлов скин. А, Александр Михай. А, по-моему, Александр Михайлов. Михайлов. Да, это скин от Александра Михайлов. Видите? Ну, давайте вот это. Пусть будет Никола Трак, Никола Труск. Так, ну, это понятно. Это как бы аэродинамический холодильник. Так. Все, наверное. А, тут пачка сигарет, с этого спичка как бы, ну особо я как бы не курящий, но пусть там будет. Ну вот, жаль, что нету у него шагающая камера, вот, нету вот, жаль, что нету шагающей камеры, а так целостность неплохо. Ну тут особо никого не посадишь, ничего не добавляешь, все как бы, в принципе, все, остается только его. Как бы остается его приобрести. Да, как бы, ну не знаю, ребята, для тех, кто фанат на Рено, то понимает, у меня тут какой-то, ну, да, есть как бы, давайте сейчас. Так, компания, так, тягача. Сейчас, ребята, видите, тут у меня почему-то, ну давайте я, так, сейчас, да. Вот это давайте мы его продадим, чтобы, ну, хотя конфликта нету, но пусть так, пусть как есть, так и будет. Что ж, сейчас за рулем. Я еще забыл, ну, по поводу прицепа. Сейчас давайте escape. И смотрите, ребята, в комплекте как бы заходим каталог и список прицеп. То есть не сюда как бы услуга, то есть и покупка прицепа. Смотрите, в комплекте идет два варианта от компании Tonar. Ну я также при себе имеется тюнинг. Тюнинг имеется, видите, да? Это уже как бы в комплекте идет подарка. Также имеется тюнинг, полный тюнинг. Ну я его приобрести не буду. Я просто что есть, того я покажу. И тут тоже сам такая же. Ну, это как бы тоже тонар. Это как бы типа зерновоз. То есть можно зерно возить, или там пшеничные продукты, или там остальное другое. Либо мука, либо зерно, или либо свекло, как бы. Свекла, как бы. Овощное, как бы.
Вот, также как бы тут есть одиночная прицепа, там grind сайде типпер, это вот это есть одиночная, там одиночная, одиночная там с управления как бы одна вариант. Ну, особо не нравится тюнинг, можно и номера можно изменить и колеса. Ну да, естественно, что они у меня есть, как бы я не буду как бы приобрести, потому что у меня они есть. И вот также идет одна вот эта бочка. Также бочка предоставлена от этого, как его там, от Константин Николаев. Также она, также можно его потюнинговать. Как бы вот тут есть окраска, есть хром. Также тут, по-моему, да, это типа дополнительное освещение. Так, это у нас огнетушитель, либо оставить, либо убрать. Вот. Так, тут имеем ящик для хранить различные инструменты. Тут есть всякие различные вот это предметы, которые можно этот что, ну, заблокировать колеса, чтобы туда-сюда не шел, как бы не ездил. Так, тут также номера можно. Всякие различные номера, это всякие страны. Тут имеем одна задний брызговик, также ночная красная полоса, ну да, начинает отображать. Также тут реверс, также тут есть освещение, как бы видите, да, все прикольно сделано. Так, также тут можно потюнинговать колеса. Вот, например, берем. Да, смотрится неплохо, конечно, смотрится неплохо. Также тут еще, понятно, вот это вариант. Да, прикольно, прикольно. Ребята, короче, советуем, рекомендуем. И сейчас как раз у него идет акция, как бы летная акция. Там, по-моему, с ограничениями идет или без ограничения. Да, естественно, что ссылка на все под видео будет в описании. Все как бы, но я его приобрести не буду, как бы все, что есть, того и есть, как бы это все идет в комплекте. Вот, ладно. Escape. Так, что ж, в путь. Так. Есть пневмо. Есть обычно. И вот, ребята, по поводу вот этой истории, видите? И теперь смотрите. Зависимость от этого. Боковое зеркало, видите? Если я уберу, то она, видите, да? Поэтому пусть будет. Это как бы зависимость от этого. Поэтому. Так, ладно. С чего начать? Так, давайте. Дам питание. Сейчас. Ага. Вот. Сработало. Также, типа, начинает приветствовать еще раз. Видите, да? Все как располагается. Так, что ж. Ну, видите, у меня то, что прицеп, поэтому не суть. Так, видим, смотрим. Сейчас я тут как немножко неудобно. Так, глянем. Либо оставить, либо исключать. Так. Как видите, как мы видим, все это дело. Ну, у кого есть, я не знаю, можете посмотреть. Работает, не работает, но пока у меня работает. Либо оставить, либо исключать. Так, бортовой компьютер есть, как бы там уровное масло показывает, уровно топливо показывает, там типа 1200 литров за 5217 километров рассчитано. Также слева есть температура, есть часы, как бы 12.02. В принципе, неплохо все сделано. Также нейтралка. Ну, пусть будет так. Сейчас нейтралка посмотрим. Да, есть. Все есть. Также при себе имеется этот забаранка с правой стороны. Видите, еще раз. Видите, нейтралка. Д. Неплохо. Так, теперь давайте. Стояночно. Да, есть стояночно, но тут не знаю, почему-то не отображает. Ну ладно, не суть. Может оно так и должна быть. Так, смотрим, аварийка. Да, есть звуковой жучков, но не знаю, почему-то не прописано. То есть, видите, красное слева, вот, не анимировано. То есть, ну, а так, подсветка есть на бортовой компьютер.
Вроде бы неплохо. Так, теперь поворотники. Так, право, лево. Ну, с этого АКПП как бы еще не проверили. Так, теперь давайте. Сейчас. Есть действие. Есть действие. Так. Отпускание окна есть. Все есть. Так, теперь сторону напарницы есть. Все есть. Ни одного, никакой глюк я не вижу. Никакой дефекта я тут особо не вижу, не обнаружил. Также изнаружи смотрим, глянем. Да, есть. Есть контакт. Все есть. Все работает. Версия 2.50. Вот. Да, есть контакт. Также есть. Все работает. Так, теперь давайте теперь стеклоочиститель смотрим. Так, ну, наверняка все знаете, это датчик дожди. Раз положение, есть контакт. При нажать два положения, третье положение, четвертое положение, она у нас с вами исключается. Давайте сейчас. Есть там G7 вечер. Вечер. G7 вечер. Блин, надо еще целую часть искать. Все, как видите, как мы видим, пошла дождь. Так, да, пошла дождь. Так, смотрим, глянем. За собой капли дождь особо не оставляет. За собой капли дождь убирает, мажет отлично. В салона никакой капли не попадает. В салон как бы нормально. Все класс, все супер. Ну а что хотели? Мод плат, конечно, мод платный. Вчера я еще даже на стриме катался, как бы, о, гляньте, как выполняет. Ну это как бы идет датчик дожди. Давайте расположение. Да, прикольно, прикольно. Видите, уже быстро пошла. Давайте оставляем датчик дожди. Ну, не знаю, ребята, по поводу вот этой фронтальной камеры, я не знаю, что вы скажете, не знаю, почему-то зависимость от вот этого, видите, зависимость от боковой дополнительно зеркала, не знаю, почему так. Если у кого есть, то не знаю, пишите в комментариях, как, я имею в виду, как его исправить, чтобы без дополняшка, чтобы он выполнял, сработал. Ладно. Это дело мы исключаем. Все, начали исключать. Теперь глянем. Так, отпускаем. Да, сработало. Сработало. Также в сторону напарницы смотрим. Напарник. Также все это дело работает. За собой капли дождь не оставляет. За собой капли дождь убирает. Мажет отлично. Что ж, ребята, давайте теперь остается ночь. Так. Да, пусть будет там пол. А, нет. Пусть будет там полуночь. Полночь. Все. Полночь. И давайте тут сейчас. Видите? Давайте это дело мы тоже вырубим, чтобы случай чтобы нам с вами не помешал. Так, давайте теперь сейчас смотрим. Так, сетевая. Да, есть звуковая щелчков. Есть, да, есть звуковой вариант, есть подсвет кабина имеется, но почему-то мы тут не видим действующие клавиши, ребята. Да, правда, мы тут не видим. Ну ладно, не суть. Так, смотрим. Также приблизим еще раз. Лево, ну, то есть право, лево, все есть. Так, и снаружи глянем. Так, лево, право, аварийка. Так. Есть реверс, видите, да? Все прекрасным духом работает. Так, вперед. Лево, правый. Аварийка я еще тут. Видите, ребята, всегда я забываю. Так, давайте. Кагася выше до крыши. Да, вот так. Так, смотрим. Так, еще раз. Есть контакт. Габарит ближе. Дальний. Габарит ближе. Дальний. Габарит ближе. Дальний.
Так. Лево, право, аварийка. Все есть. Так, теперь смотрим на по умолечению. Идет буква О, как бы. Видите? Подсвет кабин. Ну, не знаю, почему-то OBS и YouTube перестал показывать количество FPS от всякие устройства. Я имею в виду от видеокарта. Сейчас он у меня начал срабатывать 63, 65. Ну, не знаю, вроде бы как бы я записываю, ну, как бы через OBS как бы я снимаю, поэтому. Ну, смотрите, изнаружи, да, прикольно. Вот просто тут не хватает, можно автора попросить, чтобы к нем добавил, переписал Cecil Megapack. Видите? А то иногда бывает, что скучно становится, в кабине никого нету, сам один, как бы, видите. Ну, не знаю, прикольно. Так, что ж, теперь остается там потестировать вот эту, как ее там. Ну, запускаем двигатель, как бы, давайте. О, дождь тоже уберем. Все, как бы, все убрали. Что ж, ребята, остается запускать наш двигатель. Так, давайте, сейчас. Да, немножко как-то неудобно, поймите. Так, сейчас вот если мы исключаем, если мы убрали контакт, убрали. Так, также дадим контакт. Все это дело. Ну, у вас-то не знаю, у меня все работает, видите, да? Все как располагается. Да, дело прикольное, конечно. Давайте теперь запускаем наш тягач. Двигатель. Да, звук своя. Да, звук своя. Смотрим, а где у него ключ зажигания? Кстати, мы не видим. Да, может у него стоп-старт? Я не знаю, ребята, правда. Да, не видим. Баранка прекрасным духом работает. Так, ну что ж, поехали там посмотреть. Так. Да, звук своя. Да, звук своя. И снаружи смотрим. Пневма есть. Обычный есть. Сетевой есть. Все есть. Так, управление моста смотрим. Да. Есть контакт. Просто видите, я некоторые моменты я использую как бы джойстиком, поэтому поймите меня правильно. Да. Есть как бы действие. Еще раз. Да, есть. Видите? Есть. Видите, да? Да, прикольно. Ребята, вот попробуйте со мной согласитесь. Прикольно. Так, сбросимся. Да, есть физика, есть контакт. Видите, да? Есть физика. Физика своя. У меня тут никакой посторонний физический мод не установлено, поэтому поймите меня правильно. Так, еще раз. Из кабины. Да, есть контакт. Есть контакт. Все есть. Все как располагается. Да, есть. Да, есть. Да, выше крыши. Так, сбросимся. Да, есть, как бы. Прикольно. Переносим автор этого тягача огромную благодарность. Благодарим его за такое прекрасное. Да, естественно, что мод приватный, мод платный, но зато выполняет как располагается. И FPS. Сейчас у меня FPS стало 110, 108, 115 стало на ультрах, как бы. Поэтому тягач класс, тягач супер. Теперь давайте по другой конфигурации. Так, баранка. Баранка работает, анимирована, то есть прописана анимация. Также все прописано, все. Да, выше крыши, все как есть, как располагается, спросимся. Также насчет зеркала. Зеркала смотрим, ребята. Я не знаю, как все это делать. Ну, например, буква А, видите, все работает. И буква D, также все это дело сработает. Также одновременно можно нажать буква S, видите, да? И также
также дополнительное зеркало, также все это дело у вас и у нас. Видите, да? Все работает. Так, рей, все, как бы. Да, ребята, я еще одну вещь всегда забываю. Если хотите сказать, что типа он слитая версия, да, есть на некоторые сайты, есть на некоторые моменты сайта, есть слитый мод, но это не то, которое вы начинаете думать. Это совсем другая система, другая история и другая вариант, как бы. Все, и там, по-моему, передное дополнительное зеркало также. Передное зеркало также смотрим. Также все это дело работает. Видите, да? Да, все работает. Даже на S можно нажать, видите, да? Вот, даже вы можете по себе как бы. Также можно его сбросить как бы. Так. Да. Ну, движок там, сколько там? 500, по-моему, да? Так, ладно. Давайте теперь остается продвинутый цепко-симулятор. Так, компоны там, прицепы. И вот она у меня. Вот. Так, взять на работу. Так, escape. И посмотрим. Да, прицеп своя в комплекте, как от предоставлено от Константина Николаева. Так, отцепляем. Так, дадим вперед. Да. Да, прикольно, прикольно. И... Да. Ну, можно его, конечно, опускать. Например. А, нет, это... Во. Видите, да? Можно с легким движением можно отпускать его. Так. Раз. И цепляем. Немного прокатимся, ребята. Ну да, для пок... Ребята, для покатушка прям ура. Прям ура. Да. Тягач хорош. Тягач класс, тягач супер. Вот. Все как располагается. Немного прокатимся. И насчет управления также слов нет. Видите, все как располагается. Также можно повышение использовать, понижение. Все как располагается. Пневма есть, обычно есть. Немного прокатимся. Да, ребята, тут у меня физика особо не установлена. Сразу хочу отметить, что физика не установлена. Так, остановимся. Да. Физика своя. Давайте аварийка включим. Ну, такая тягача, ребята. Не знаю, там еще можно немного прокатиться, как бы. Давайте еще немного прокатимся. Да, я не знаю, у меня какая-то тут автономная сборка, поэтому я не могу пока тут сказать, как бы. Но тягач доказал себе, на что он способен. Ой, блин. Ну, бывает, ребята, бывает. Давайте сейчас быстренько. Блин, как я не заметил. Так. Ну, не знаю, ребята, пишите свое мнение, что вы будете думать о такой прекрасно автономной приватный тягач, предоставлено от Константин Николаев. Данный тягач, еще раз буду повторить, что данный тягач платный. Те, кто проживает в Россию, то будет стоить там 1500 рублей. Те, кто проживает в Европе, то будет стоить там 15 евро. Ну, не знаю, может кому-то цена пугает, может кому-то не пугает, не знаю. Ну, я фанат, значит, нашел себе. Ну, такой тягач, ребята. Что могу сказать? Надеюсь, тягачкам-то было полезно. Обзоркам-то помогло. Спасибо, что посмотрели это видео до самого конца. Что ж, ребята, от вас подписка, лайкос, поддержка моего канала. Konami TV, Dietrak TV, также Dietrak TV, Naruto TV. Ссылка на все будет под видео в описании. Что ж, ребята. Мне тогда с вами попрощаться. Надеюсь,
Обзорком-то было полезно. Обзорком-то помогло. Подписываемся, ставим лайка и пишите своего мнения в комментах, что начинаете по поводу этого тягача думать. Ну, не знаю. Те, кто фанат, что в реальном время, те, кто фанат в игровом время, то понимаете, речь идет о чем. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.